В Тутаеве из-за угроз местного жителя эвакуировали целый дом. 38-летний мужчина заперся у себя дома с гранатой. Соседи позвонили в полицию. Через некоторое время на месте работали силовики. Бойцам СОБРа удалось попасть в квартиру и скрутить нарушителя спокойствия. На месте происшествия находились сотрудники Росгвардии и полиции. Жильцы дома эвакуированы. Экипажами вневедомственной охраны и ППС обеспечена безопасность граждан. В квартире сотрудники СОБР Росгвардии провели задержание мужчины 1982 года рождения. Граната оказалась не настоящей. Мужчина был сильно пьян. Его отвезли в полицию. Там пришлось объяснять следователям, чего пытался добиться таким поведением. За поступок придется отвечать по всей строгости. За угрозы с муляжом жителю Тутаева грозит реальный срок. По данному факту подразделением дознания МО МВД России Тутаевский возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В соответствии с данной статьей предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет.